Девочки, всем большой привет с Краснодара. Я сейчас под большим впечатлением, потому что посетила магазин Fix Price совсем случайно, не запланированно, не зная города, мы просто остановились, нужно было сходить купить воду, влажные салфетки. И когда я зашла в Fix Price, я просто обалдела, девочки. Там столько было новинок, столько интересных товаров, я столько интересных новинок не видела ни в одном магазине, не то что у себя в городе, в других тоже не видела. Поэтому я, конечно, немножко обалдела и стала рассматривать витрины, полочки, кое-что интересное купила. Давайте я вам сейчас скажу адрес, кому интересно. Это Краснодар, улица Ставропольская, дом 312. Кто, может быть, живет в Краснодаре, либо в соседнем каких-то соседних городах, кому будет интересно, то обратите внимание, магазин просто потрясающий, изобилует новинками. Заходила я за такими влажными салфетками КТ, 130 штук, с антибактериальным эффектом, эффективно очищают и не сушат кожу. Очень удобно, что они с клапаном. Мы сразу же их пустили в использование. Вот такая салфеточка, она, видите, сделана в виде сот, такая мембранная, очень мягкая, небольшая, правда, но использоваться ей можно. Эта пачка стоила 77 рублей. Далее, девочки, пойдут новинки. Новинки от компании Сендо. Таких я в своем магазине не видела и у девочек на канале тоже не встречала. Это увлажняющий гель для душа Sweet Moments в большом объеме 350 мл. Ну, конечно, закос под Корею, здесь всякие иероглифы написаны, это все понятно. Но все мы знаем, что производитель у нас Республика Татарстан идет. Способ применения стандартный. Прекрасно очищают кожу, оказывают увлажняющее и смягчающее действие. Гель хорошо смывается. Надеюсь, останусь им довольна. По консистенции он, в принципе, ну, ближе к жидковатой консистенции. Аромат средний. Воспользуюсь им как гелем для душа. Если не понравится, то уйдет как жидкое мыло. Его цена была 55 рублей. Мне кажется, новиночка интересная. Также от компании Сендо в огромном ассортименте я увидела шампунь. Шампунь для волос, питания и рост. Я выбрала с томатом, почему-то мне захотелось томата. Там был с огурцом, с сельдереем, с чем-то еще. Наверное, 5 видов было. Я просто стояла, выбирала. Думаю, боже, какой здесь ассортимент. Как бы все сразу не скупить, но себя останавливала. Просто била по рукам, да и времени, честно говоря, не было долго ходить. Поэтому схватила помидор, томат. Не знаю, что тут, отличаются они чем-то или нет. Шампунь мягко очищает волосы, кожу головы. Экстракт томата питает корни, предотвращает их выпадение, стимулирует рост, избавляет от сухости. Ну, в общем, прям такой волшебный шампунь. Тоже здесь объем 350 мл, тоже его цена была 77 рублей. Эти все были по 55, шампунь был 77 рублей. Но следующие новинки, девочки, меня просто покорили. Я, конечно, когда увидела их, давайте мы так красиво сделаем. Я когда увидела их, я просто была в шоке. Мимо такой красоты я не смогла пройти. Это крем-гель для мытья рук. Я сначала подумала, что это гель для душа, но это крем-гель для мытья рук. Хотя, в принципе, заявлено производителем, что можно использовать его как и средства для мытья тела. Серия Сенду нежно очищает, ухаживает, глицерин, ананас, экстракт листьев персика. Вот производитель у нас Парли, город Казань. Классная упаковка, яркая, сочная, такая, знаете, классная, летняя, тропическая. По консистенции он жидковатый, то есть вы видите, какой он жиденький, но у него большой объем. У него большой объем 460 мл, и, конечно, удобнее всего его будет перелить в дозатор. Так будет и удобнее, и экономичнее. Его цена была 55 рублей, но мне кажется, что за 55 рублей можно купить. И смотрите, какой он свежий. Он у нас сделан в июне этого года, то есть прям такой свеженький, только яркий. Девочки, ассортимент этих продуктов тоже был огромный. Я купила именно с ананасом, потому что понравился аромат.
и упаковка, и купила еще такой розовенький с фламинго. Ну просто красота необыкновенная. Все то же самое, крем-гель для мытья рук. Ну это больше такое гелевая жидкая консистенция. Здесь тоже идет у нас описание: сочные ягоды, нежно очищает. Здесь у нас уже глицерин, экстракт черной смородины, экстракт ежевики. Тоже большой объем, 460 миллилитров. По аромату более такой цветочный, более спокойный, а это более яркий, взрывной такой ананасовый. Тоже цена была 55 рублей. На этом новинки в этом магазине не закончились. Когда я прошла дальше, я увидела от компании Sendo. Посмотрите, какая красивая упаковка. Крем-гель для умывания для нормальной чувствительной кожи. Нежный, с экстрактом ромашки, депантенолом и гелем алоэ вера. Давайте посмотрим, что его о нем пишут производитель и его состав. Для умывания предназначен для эффективного очищения лица от загрязнения, остатков макияжа и излишнего жира. Ну и вот его состав. Состав, в принципе, стандартный. Здесь у нас идет объем 250 мл. И тоже он довольно свежий, сделанный в июне этого года. А классная упаковочка, такой как бочоночек он. Здесь у нас какой дозатор, давайте с вами посмотрим. Ну, стандартный дозатор. Ну, аромат такой нежный, чем-то конкретным не пахнет. Такой нежный, стандартный аромат. С удовольствием попробую. Его цена была 77 рублей. И еще в точно таком же исполнении, точно такой же баночке я увидела воздушные сливки для тела. Это тоже производитель Республика Татарстан, компания Парли, только вот другая наклеечка. Так вот, сливки для тела и зоны декольте нежные и воздушные. Обещают нам увлажнение и мягкость. Наносить на сухую или влажную кожу легкими движениями до полного впитывания. Аромат мы сейчас с вами протестируем. Вот как они выглядят. В принципе, как обычное молочко, будет хорошо наноситься на тело, надеюсь, хорошо распределяться и впитываться. Цена этих сливок была 77 рублей. Объемчик здесь тоже получается 250 миллилитров. Далее покажу зубную щетку от компании Oral-B, бережная забота. Конечно, меня удивила ее цена. Цена была 55 рублей. Конечно, за такую цену я купила одну штучку. Там еще были вот здесь зеленая щетина, а то была, по-моему, еще фиолетовая щетина. Но вот теперь жалею, что не купила больше, потому что Oral-B классные зубные щетки. Из новинок еще я увидела в отделе, где у них маски разные представлены, сашетки. Увидела новую для себя компанию One Care, формула бережного ухода. В своем городе я тоже ее не встречала. Это крем-маска для лица с соком алоэ, увлажнение и питание. Такая красивая коробочка. Но это обычная стандартная маска. Такая красивая маска, зеленая будет. Обещает нам увлажнение длительное для нашей кожи, активные компоненты сока алоэ, гиалуроновая кислота, масло миндаля и бабасу. Вот состав вы видите, как использовать. Наносим на чистую кожу лица, оставляем на 15-20 минут и смываем. Использовать два раза в неделю. Производитель у нас город Москва. Объем 30 мл. Интересный способ открывания-закрывания. Вот такая сашетка у нас получается. Здесь тоже такой закос под Корею. На пачке самой тоже вся информация дублируется. 30 мл, удобный носик. Закрыли, открыли. Буду ее использовать. Ее цена была 77 рублей. Еще я увидела новую для себя тканевую маску. Тканевые маски я очень люблю. И мимо этой тоже не смогла пройти. Цена была 55 рублей. Тоже сделано в Корее, такое красивое оформление. Но на оборотной стороне у нас все идет по-русски. Вскрываем упаковочку, оставляем маску на 15-20 минут и сыворотку не смываем, а вбиваем остатки в кожу. 23 грамма, интересная масочка, тоже попробую. И последнее, что вам хочу показать, это хвойное натуральное мыло с ароматом хвойного леса, банный эталон.
красивый такой кусочек. Я люблю хвойные экстракты, хвойные ароматы, елки, ели, пихты. Все это вообще мое, прям зимой с удовольствием пользуюсь. Аромат через упаковку очень приятный. Кусочек объемом 180 грамм довольно большой. Так, производитель, вот, надеюсь, мы с вами сейчас увидим производителя. Я даже сама еще не читала. Здесь так мелко написано. Вот если камера сфокусируется, то кому интересно, остановите и прочитайте. Цена кусочка была 50 рублей. Но мне кажется, цена оправдана, потому что кусочек довольно-довольно большой. Все, друзья мои, вот такие были покупочки в магазине Fix Price. Спасибо, что были со мной. Увидимся в новых видео. Всем пока-пока.